Митрополит Павел у гэты дзень таксама прыняў удзел у цырымоніі адкрыцця новага будынка гомельскага епархіяльнага ўпраўлення і здзейсніў чынасвячэння. Адрэканструяваны будынак знаходзіцца па вуліцы Крапоткіна 2. Патрыяршы экзарх выказаў падзяку ўсім, хто удзельнічаў у рамонтных работах і благаславіў на далейшую працу. Сегодня мы совершили освящение иконостаса в замечательном храме, который при больнице, при госпитале. И это здание епархиального управления. Будем надеяться, что сюда люди будут приходить, будут решать здесь свои жизненные вопросы. И будем надеяться, что наша церковь будет и в будущем всегда вдохновлять людей, укреплять на жизненном пути. После урочистой церемонии открытия отбылась рабочая встреча митрополита Павла и старшини Гомельского облвыканкама Геннадия Соловья.